Снятие бардачка с заменой салонного фильтра, вернее, для замены салонного фильтра на Верокрузе АХ55 Хендайке. Я предварительно уже подготовился, чтобы было легче объяснять. Так, бардачок открываем. Он так у вас, конечно, не откроется, потому что его держит вот этот ограничитель хода, цилиндрик. Здесь всего лишь такое соединение. Достаточно его сжать и вот отвести шток или шатун поршня, можете так сказать, в бок, и он откроется. Но откроется не на такой угол, на большой, а на угол чуть поменьше, потому что его будут держать вот здесь вот такие штучки, упоры, стопоры. Вот они, чтобы было понятно, что это такое. Соберу снова. Так, а теперь как разбирается. Вот сюда давим, она выходит, и чуть-чуть подтягиваем. Хоп. Хоп, все. Также вторую сторону, и бардачок открывается полностью. Если надо его снять, здесь еще два таких вот стерженька, можно сказать. Вот, ну тоже зажимаем и вытаскиваем. Вот салонный фильтр. Снимается он тоже достаточно легко. Это крышка салонного фильтра. Вот, сжимаем губки, оттягиваем. Делаем то же самое со второй стороной. Сжимаем губки, оттягиваем. Всю эту вещь снимаем. И у нас доступ к салонному фильтру. Хопа-хопа. Так, если вы стоите, сядьте. Если сидите, лягте. Кто-нибудь такое видел когда-нибудь? Я, честно говоря, упал первый раз, когда увидел. Походу, не все знают, что в Хендайке есть салонный фильтр. Его надо иногда менять. Ужас. В общем, собирается все в обратной последовательности. Номерок я посмотрю потом, поставлю под видео. Здесь что-то его не видно. Аккуратно. Еще бы тряпочкой, конечно, не помешало протереть. Вот так можно легко заменить салонный фильтр. Ну, если у вас нервы, конечно, позволят. Подписывайтесь, там много видео по Hyundai, по X55. Вы больше такого нигде не найдете. Ставьте лайки, потому что хоть какая-то прибыль мне должна идти от этой затеи с видосами.